На эфире начал видеть, дорогие друзья, привет, фесняшки, сисняшки, ультра фармакс, Кристине Семеновой. Ну и, конечно же, Магомед Расулу, привет, мальчик, ребят, от меня. И всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Паша. И в этом видео тоже болгарский перец, смотрите, какой он красный. Если что, я его купил в этом магазине. Болгарский перец имеет самый высокий витамин С, поэтому я его рекомендую сокрушить зимой. Обычно я его люблю вот так вот крутить, а еще я люблю его вот так вот жонглировать. Давайте я вам покажу, что внутри, вот смотрите, вот что внутри, там вот эти вот косточки. Обычно эти семена сажают под землей. Сначала пробуем эту семечку. У этих семечек нулевой балл сковыла. А у самого острого перца в мире, Каролин Рифер, 2 миллиона сковыли. В отличие от болгарского перца, его нельзя держать голыми руками, так как она может пролезть руку насквозь. Ну а теперь давайте же попробуем эту корочку. Попробуем. Вкусно. Кстати, эти семечки я оставлю на следующий год для сада. Ну и под конец я хочу надать попробовать вот этот перец, попробовать его. Вот, вкусно, согласитесь. Ладно, спасибо всем большое за просмотр, желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Всем удачи, хранит Господь Аллах, всем пока, дорогие друзья, всем пока.